Всем привет. Сегодня 21 мая. Отцепили косилку, сеялку, не заснял. Игорек кинул, надо ему стык ставить. Понятно, что видео будет связанное с сеялкой. Значит, вчера последний огород я досеял. Сейчас. Вот. Блин, с той стороны. Значит, сеял клевер Тимофеевка. Вот так вот. Травяной. И сейчас вот такую вот смесь. Вика, горох и овес. Ну, сейчас поеду на поле и покажу, что как где мы там пахали, и первый огород схода покажу, как зашла. Там овес, клевер Тимофеев, там 7 травя больше, наверное, 8 или 9 трав посадил, разнотравья под сенокос. И еще два огорода, вернее 3, 2 взошло и вчера не покажу. Ладно, сейчас едем на поле, покажу, что там, как творится после месяца. Ну, холодно у нас, плохо заходит, дожди. Вчера утром засеяли и целый день дождь зарядил, так что я думаю, что как раз мы и успели. Ладно, смотрите дальше, что будет там на поле. Это у нас сегодня 21 мая, вот сеял, это Игорь что пахал, здесь мы сеялкой сеяли. Так, в середине жидковато, но ничего страшного. Это навоз развозили сюда, на участок. Здесь осеяли, наверное, 14 апреля. Что-то вот так вот. Вот оно как бы взошло. Не знаю, камера передаст, не передаст. Это косяк. Здесь мы ездили на тракторе, поливали, я уже... Замучился. Не замучился, а уже перестраховался, еще и селитры полил. Ну, в общем, вот так вот. Овес. Зашел, все мне нравится. Значит, это первый. Первый, который мы засеяли. Самый ранний. Вот он взошел. Единственное, что я жалею, надо было еще добавить этого. Гороха. Ну, здесь Вика. И газон весь, то есть райграсс, Тимофеевка, ежа, клевер. Вот такой вот. Сейчас покажу второй участок, что там. Второй участок попозже, где-то через неделю вручную, и просто забарановали мы его. Вот этот участок, значит, мы где-то 20 апреля вручную сеяли. И забароновали его. Здесь этого овса меньше, но травы больше и горох. Ну, гороха я не очень, то есть много гороха. Также Вика здесь, Тимофеев, Краеграсс. Но вон видно, что трава зашедший, он много. Иди отсюда, бем, мешаешь. Вон. Вот это все как бы трава такая. Мало. Овес он побольше. Вот горох. То есть зашедший. Вот овес. Вот горох. И так послабже тут зашел он. Ну, буду снимать, покажу, что с него было. И много кочек так не очень забароновавших. Надеюсь, что, может, роторкой скошу или так подкашивать буду. Посмотрим, что будет, то будет, то покажу. Ладно, сейчас третий участок посмотрим, что там вышло. Там гороху больше. Так, ну это вот у нас третий огород. Здесь мы тоже разнотравья для сенокоса, овес. Вика и гороха я тут сюда фиганул прилично, чтобы как бы первый укос скосить и замотать его на
силос. Ну, в рулоны под пленку. Обмотчик. Значит, мы этот ветер, блин, плохо будет. Ну, ничего страшного. Здесь мы вручную сели, как уже говорил. Селитры я подкармливал. Этот участок ровно месяц назад, значит. Что у нас получилось? Ну, поближе покажу. Значит, ну вот горох. Четко видно, что его, ну, значительно больше, чем на втором участке. Овес зашедший хорошо. Кое-где вот я вижу, трава пробилась. Вот есть райграсс, насколько я понимаю, вылез. У нас холодно, и мне кажется, что из-за этого так небольшие всходы. Здесь нету, то есть навоза, здесь я чисто кормил аммиачной селитрой, подкармливал. Ну сколько мы тут, может, килограмм 100 на этот, здесь около гектара, может. Дождь сильно, вот трава видно, то есть четко, вот овес, трава зашедшая. Ну клевер, естественно, видно пока не будет. Гороха много. То есть бобовая, овсяно-бобовая хорошая будет смесь. Здесь даже два раза боронил. Первый раз что-то заборонили, дождичек прошел, у нас весь горох повылазил, и все птицы, ну тут вообще вон перебор. Ну, как было руками, так и сыпали. Так что как есть и так. В этом году я, наверное, 3-4 огорода, ну, много, значительно засадил. То есть расходник такой серьезный. Вот здесь видно четко трава, овес все забивает. Ну еще, ну теперь, наверное, через месяц сниму, еще раз вам покажу, то есть как это, что и было, будет получаться. Что здесь косить будем? Ну, такие кочки, конечно. И у нас простая барана. Не дали нам этого. Здесь вон заливши. Вообще ничего нету. Вроде трава поднимается. Кочек главное, чтобы не было, чтобы роторка не поднимать. Это потом в этот... Все пойдет в обмотчик. Вот так. Сейчас подки выкинем. Это дернин. Простой бараной, ни дисков, ничего у нас не было. Здесь, конечно, низина слабее, но мне кажется, со временем все выровняется. Так что как это, как-то вот так это все выглядит. Ну все, через месяц еще раз сниму. Почти закончил видео и решил под конец снять. Это вот у нас, естественно, сенокос. То есть что на нем и как травы. Ну пока одуванчик только, особо, ну, много полишим, особо травы нету. Хотя вот с этого края всегда у нас так было, маленько побольше. Ну клеверок кое-где есть. Вот так он выглядит. Здесь где-то около 30 гектар. Вот не косим. Здесь пытались очистить, но это не моя земля. Так что вот этот я только очистил, 330 гектар. А так, ну в принципе, если только польской роторкой, да, попробовать подкосить. Потому что сейчас сено все заканчивается. Там несколько рулонов херовых осталось. Так что придется подкашивать. Попробую подкосить, сниму тогда, что получится. Что получится, то покажу. А так-то вот такое вот поле. Все в одуванчике. Холодно, холодно. Ладно. Все тогда. На этом, наверное, закончу видео о посевной. Остался у меня в большом поле там гектар, наверное, 5-7 скошено. Вспахано.
А там дернина, пробовали брановать, ничего не получается, так что оставили его. Летом два раза перепашу на осень, может, о зимах засею. Все, ладно, пока. Всем смотрите, что будет дальше.